Уважаемая администрация заводского района, вот таким вот образом, хорошим, вы боретесь с популяцией животных. Поближе, вот можно с той стороны прям лицо показать? Не страшно, может быть. Собака умерла в конвульсиях, точнее уже на последнем издыхании. Тем, что мы укололи, это не помогло. Хочу обратить еще вам огромное спасибо, вашему вниманию, еще одна мертвая собака. То есть закон Российской Федерации у нас, по-моему, не действует. Вот смотрите, как замечательно у нас борются с бездомными животными. Смотрят дети. Отравили? Парки. На парк можно навести? Комсомольский поселок. Отравили это в парке, где гуляют дети. Собаки умирали точно так же при детях, в конвульсиях, с пеной у рта. То есть, в принципе, на заводскую администрацию законы Российской Федерации у нас не распространяются. Можно еще вот кто вернуться? И все тоже умерла. Снимай, снимай, не бойся. Вот пена изо рта, пожалуйста. Фиолетовый язык. Все, как мы любим, как любят наши уважаемые.